Мир вам и благодать да умножится. Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. И всем зрителям телеканала CNL и общины Дом Веры я хочу сказать мир и любовь, благословение, благодать, радость, жизнь святость Божья, да будет с вами. Сегодня у нас будет прямой эфир, идет прямой эфир, вообще ежедневно здесь работаю, я как, как будто живу в телевизоре. Ежедневно, каждый день я встаю рано утром, часов в 6 утра, готовлюсь и желаю, чтобы вы присоединились к нашей общине Дом Веры, зайдите на сайт домвера.ру и вы сможете задавать, комментировать, направлять даже влиятельный эфир, программы. Возможно, ваш вопрос поможет мне повернуть в том или ином направлении эфир моей программы и вы будете влиять на а, движение ну что ж я благословляю вас благословляю вас последние дни мы говорим о славе божьей о силе Божьей, о том как бог благословляет и а, вы знаете слово бог богатый в своем корне имеет слово бог а, когда пытались описать человека у которого есть все Подумали, а как он? Ну, он как Бог, у которого тоже, наверное, и все. И в корень слова «богатый», то есть, ну, корень слова «богатый» от слова «Бог», конечно, богат, Бог, богатый. Хорошо быть богатым Богом, хорошо быть богатым отношением с Богом. Но когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Бог не против богатых людей. Иногда складывается впечатление, что Бог не любит богачей, Бог не любит, Бог хочет, чтобы все были бедными, ведь сказано «блаженны нищие». Но в действительности сказано «блаженны нищие духом». И когда мы смотрим на героев Библии, на патриархов, они не были, они не были бедными. И когда мы подходим, ну что значит, кто-то говорит, это если я себя бедный, значит я не духовный, тоже глупость. Абсолютно нет. Нельзя говорить, что ты богатый, поэтому ты духовный, или ты бедный, поэтому ты духовный, или не духовный. Это, это, чушь и это ересь. Когда мы говорим о Богу, вообще-то все равно, богатый и не богат, беден ли ты, главное ему твое сердце, ему отношение. Но теперь, а если Богу что для Бога важно? Для Бога важно твое сердце. Не количество имени, не количество барахла вещей. Для Бога важно твое сердце. Где находится твое сердце? И твое сердце с ним, в его присутствии, или твое сердце далеко от него? Где спрятано твое сердце? Где обитает твое сердце? Мне как кофейка принесли, замечательно, сыночек, у меня младший. Представляете, мой младший сын уже трудится в эфире, делает прямые эфиры. 15-летний ребенок, Тебе 15, да, сынок? 15-летний ребенок служит в эфире, переключает камеры, приносит папе кофе. Ну просто не сына заглядение. Поэтому возьмите вашу грудочку кофе, попросите вашего сына принести тоже кофе. Может быть, он вам принесет в 8 утра. Пусть Бог благословит. Итак, когда мы говорим с вами о, о успехе, Бог хочет дать тебе благоволение и хочет, чтобы у тебя был успех. Но Он не хочет. Он не хочет, чтобы у тебя из-за этого сломались, повредились отношения с Ним. Очень важный момент. Если каким-то образом а, у тебя повредятся отношения с Богом, и ты перестанешь молиться, перестанешь искать Бога, ты перестанешь приходить в Его присутствие, тогда Он сделает все, чтобы у тебя... Этого не было, что тебе мешает приходить к его присутствию. Вы знаете, что для многих людей а, обольщение богатством... Помните а, притчу о а, четырех почвах? Вышел сеятель семя сеять. Иисус рассказывал. Он посеял а, одно семя у дороги. Вороны пришли, склевали. В, в смысле, на дорогу попало зернышко. Это люди, у которых каменные сердца, асфальтобетонные мозги. Вороны это демоны, не приходят сразу же забирать слово. Второе сеятель это проповедник, который сеет в каменистую почву. Там мало земли, но есть камни. Оно прорастает. И а, это люди поверхностные. Иисус объясняет, Он говорит в Писании, что а, это люди, которых не имеют глубокого корня. Такие они поверхностные! Вау! Ура! О, слава Богу! Но когда наступает гонение, давление, они уходят от Господа и оставляют Его. Вопрос, если наступит гонение, уйдешь ли это от Господа или нет Вопрос каждому из нас Что произойдет с тобою, если начнутся гонение Третья почва Это интересно Там написано сорняки выросли Выросли сорняки, семя проросло Это слушающие, слушающие, которые с радостью принимают слово Они говорят, да, я принимаю слово, пастор Максим Аминь но потом вместе со словом начинает вырастать где-то рядом, начинает расти и расти, вырастают сорнячки, лопухи такие. И они слово выросло в тебе, но не принесло плода. Лопухи заглушили, а, горячо. Лопухи заглушили, лопухи заглушили слово, лопухи заглушили а, то, что Господь имел для нас. Слово выросло, слово прошло, но слово не прошло а, так, что не принесло плода. И Иисус объясняет, говорит, что это за лопухи, что за сорняки? Обольщение богатством, похоти, а, суета, алчность, а, строительство имущества. Вот это, когда ты вроде верующий, сидишь в церкви, приходишь, ты вроде колосочек, у тебя растет, стрелочка пошла вверх но тебе не хватает солнца, тебе не хватает света. Поэтому Господь даст тебе все, что нужно, все, что, что угодно, чтобы ты только возрастал. Теперь, если для этого нужна недостаток и проблемы, Он с удовольствием организует тебе. Представьте себе, Бог сидит на небесах, и вдруг приходишь Приходит человек, начинает плакать, господи, господи, рыдает, волосы на голове рвет, грудь бьет кулаком, господи, помоги мне плохо. Когда люди молятся больше? Вот я хочу спросить вас, слушайте меня, зрители, когда люди, это прямой эфир, я задаю вам прямой вопрос сейчас в эфире, когда, вы мне можете написать ответ, зайдите на сайт домверы.ру и напишите ответ, когда у вас молитва становится гораздо сильнее, ярче. Когда вы начинаете молиться, в какой момент, что происходит, это правда или нет? Я хочу спросить каждого из вас, действительно ли это так или нет? Что когда люди, когда у них беда, проблемы, трудности, когда боль, огорчение, разочарование, уныние, скорбь, что угодно наступает, про проблемы со здоровьем, с финансами, вдруг молитвы начинают становиться сильнее. Вдруг молитвы, они начинают подниматься. Вдруг, вдруг становится сильнее молитва. Я спрошу вас, это так или нет? Слава пишет, когда трудности. Евгений Людмила из Киева пишет, а, когда трудности. И когда проблемы, когда, когда припекет, когда, как в народе говорится, жареный петух в одно место клюется. Есть такое или нет? В это так и есть. Когда нужда вынуждает, Катя из Риги пишет, когда в отчаянии Ольга из Караганды. Ну что ж, давайте так, когда к нам приходят проблемы, когда к нам приходят трудности, молитвы становятся... Сильнее. Это правда! Я 25 лет уже пастором. 25 лет пастором. И я вижу, что людей, когда им плохо, начинают молиться сильнее. Это правда. Молитва становится ярче, потому что ты ожидаешь ответ от кого? От Господа. Ты приходишь к Богу как к спасению, как к моменту: помогите! Беда. А для тебя Бог как палочка, выручалочка, как аптечка. Ты порезался, ты не бежишь к теще, ты бежишь к аптечке, чтобы этот затянуть. К Богу прибегают ноги, как аптечки. Хорошо. И вот представьте себе картинку. Бог на небесах. Прибегает кто-то и кричит, Господи, начинает молиться в очередной раз. У меня трудности, мне плохо. В этот момент, в этот момент, а, Господь поворачивается к ангелу и говорит, «А, это кто? Ангел говорит, это, ну там, я не знаю, а, Петя из Киева или Ольга из Москвы. Он говорит, хорошо. Смотри, как молится хорошо. Ангел говорит, Господь, у них есть трудности. Какие трудности? И он говорит, ну, здоровья нет, мозгов нету, э -э, финансов нету, все плохо, трудности, вообще катастрофа, беда там полная. Молится, слезы вот так текут, Господи! Рыдание. И вот вы знаете, в этот момент я представляю эту картину, как этот человек просит, Господь смотрит, ангел стоит, и Господь говорит, э, хорошо просит. И ангел говорит, ой, искренно просит. И тогда Господь говорит, дай ему все, что он просит. И ангел идет и фш, отдает все, что человек просил. И вот человек получает все. Задаю вопрос, что дальше происходит? Ну вот человек получил все. Что дальше? Молитва останется такой же. Ну вот получил все. Вот вы все говорите, когда плохо, когда трудности, молитва останется в том же темпе, динамике, в той же силе, в той же энергетике, в той же э, останется в такой же. Нет. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Смотришь, а где этот Вано Или это Оля, или Петя, или Галя, или Ира Куда они делись? Где? Проходит месяц И в этот момент Господь поворачивается к ангелу И говорит Посмотри сейчас на такую картину Скажи, а где Помнишь, вот приходил, молился слезы вот так текли Мозгов нет, ничего нету Силы нету, здоровья нету, с детьми проблемы Ангел говорит, Господи а, нету его. Как нету? Разве мы не дали ему все, что он просил? Дали. Разве он не получил? Получил. И тогда Господь спрашивает ангела очень четкий вопрос. Он задает вопрос. Ангелу смотрит, говорит, а что ему надо, чтобы он снова начал молиться ярко? Чтобы он снова начал молиться с огнем, с ревностью, с дерзновением, чтобы он снова начал молиться. Что ему надо? Ангел, пожавший крылья, крыльями, сжавший крылья, говорит, ну, фу, фу, да, проблемы с финансами, со здоровьем, в семье, трудности, чтобы были, чтобы было плохо, скверно, чтобы проблемы были. И тогда он... он Господь говорит, неужели ему это все надо для молитвы? Он говорит, конечно. И тогда Господь улыбаясь, говорит ангелу, хорошо, если ему это надо для молитвы, я ничего не пожалею ради молитвы. Иди, организуй встречу. Но ангел потеряв руки, говорит, моментально. А, да. Что тебе надо для молитвы? В этот момент приходит уже этот человек, Господи, я вернулся, мозгов нет, силы нет, денег нет, ничего нету, Господи, помоги! Начинает рыдать, начинает плакать, начинает снова молиться. И тогда ангел спрашивает у Господа, Господи, а ему дать все? И Господь говорит, ты что, постой, ничего не давай. Я пообщаться с ним хочу полгода где-то. Ради общения с тобою Бог готов тебе дать все, что необходимо, чтобы только поддерживать с тобой отношения. О да, о да, о да. Господь готов дать тебе люб... вот все, что угодно. Если ты, правильно пишет Ангелина из Греции, нельзя терять связи с Господом никогда. Но на чем основана эта связь? Если а, вам нужно для общения с Богом, для ярких молитв, трудности, проблемы, а, отчаяние, бедность, а, чтобы вы начали молиться, чтобы у вас взвелась молитвенная жизнь, вам нужно все это, но тогда вы получите то, что вам нужно. Поймите, Бог ради общения с вами, да, Он на землю спустился. Он на землю спустился. И вот если Володя пишет, что деньги отвлекают от Господа, если вас действительно деньги отвлекают от Господа, не видать вам их никогда. Бог не допустит, чтобы они у вас были. Когда же кто-то говорит, что деньги меня отвлекают от Господа, это такая чушь. Это внутри тебя. Приоритеты. Приоритеты, ценности. Если тебя а, доходы, имущество, машины, а, марки, мебель, все что угодно отвлекает от Господа, любая вещь отвлекает от Господа. Если Бог, Он ревнив, у Него есть вот эта ревность, ну не в смысле зависть, а ревность в смысле а у Него, Он хочет им Твое внимание, Он ревнив до Твоего внимания. Он хочет иметь Твое внимание, Он хочет иметь Твое, Тебя. И вот вы знаете, когда, когда мы говорим о ревнивости Божьей, Бог ревнитель. Он хочет теметь нас полностью. Если тебе нужно, чтобы ты был бедным, но только с Богом, да Бог, в конечном итоге, какая разница, бедный ты или богатый? Когда мы говорим с вами, послушайте, если у тебя сердце прилепляется к чему-либо, Бог скажет, положи это на жертве них. Богатый человек, бедный человек, не имеет значения. Для Бога имеет значение сердце. Теперь, когда мы это понимаем, давайте подведем такой итог. Если тебе сейчас, если вот сейчас к тебе Господь придет, и у тебя будут деньги, придут деньги, повернешься ли ты Господу, или ты повернешься к деньгам, если ты поворачиваешься к успеху, если ты поворачиваешься к... Твоя жизнь становится целеустремленной к финансам, к достатку, к имуществу. И ты начинаешь говорить, я вот в этом направлении иду, я вот это делать буду. Дорогой человек, если эти слопухи начинают в твоей жизни вырастать, ты потеряешь самое главное. Ты потеряешь близость. Ты потеряешь Бога. Теперь, если же финансы не влияют, то Какие проблемы? Если посмотреть на историю, на библейскую историю всех людей, которые а, были в Библии. Давайте откроем а, Бытие, а, 13 глава, 2 стих, 13,2. Такая строчка про Авраама. Сейчас на экране появится эта надпись. Бытие, а, 13,2. Очень короткая И был Авраам очень богат котом и серебром, и золотом. Хм. Может быть, Авраам не был духовным. Почему он не был скромным и бедным? Господь заповедовал быть скромными и бедными, нищими, и ничтожными, и жалкими, убогими. Упс. Авраам как-то вот такого Евангелия нищеты не знает. Сейчас, знаете, сейчас пропагандируется Евангелие нищеты. Да такая же ересь, как и Евангелие процветания. Это две ереси. Есть Евангелие вечной жизни, Евангелие царствия, а Евангелие нищеты, которые сегодня многие исповедуют, а это Евангелие еретического толка, точно так же, как и Евангелие процветания. Хорошо, Авраам, давайте Якова посмотрим. Якова, Бытие 30 глава, 43 стих. Помните, Яков сбежал от брата, кривая жизнь, к Лавану пришел. Там целая история, когда он Лавана кинул, а, тесте, там, ну, в общем, там цел, целая билиберда. И вот он, и, и, еще раз откроем, а, Бытие, 30 глава, 43 стих. «И сделался этот человек, это про Якова, весьма, весьма богатым». И было у него множество мелкого скота и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Потрясающая такая заметка. Два раза весьма, весьма богатым. Вы знаете, когда, когда я смотрю, думаю, как интересно, как интересно, как интересно... Но все движется в, этой, в этом мире. Как интересно, отношения. Богатство не приходит каждому. Это, это, для этого есть правила, есть направление. Оно может прийти к человеку, у которого есть привычки, которые делают человека богатым. Есть привычки, которые делают человека бедным. Но когда мы говорим об отношениях с Богом, Послушайте, если богатство каким-то образом становится а, препятствием в отношениях с Богом, а, Бог не благоволит к тебе, и лучше ты будешь нищим, но иметь отношения с Ним. А, если выбирать по этому такому тупому сценарию, конечно же а, лучше быть с Богом, и отношения с Богом это гораздо лучше, чем все остальное. Но посмотрите на героев Библии, Авраам был богатым. Иаков был богатым. Иосиф, Иосиф был заключенным зеком и поставил над и фараон его землей египетскую управлять. Иосиф был управляющим, он начинал как раб, он начинал как, как маленький человек, он начинал как слабак, но теперь Иосиф становится управляющим всей земли египетской. Когда мы смотрели вчера на Иова, вы знаете, у его было очень много имущества, огромного имущества. Я посчитал, но ну, около до 6-7 миллионов долларов только в животных. 6-7 миллионов долларов. Описание, когда я на современные деньги перевел, то есть 6-7 миллионов долларов у него было в управлении. Это неплохой капитальчик. Неплохой капитальчик. Хотя он пережил полное банкротство. У него была атака на детей, здоровье, э, имущество. Все погибло, все разрушилось. Он все потерял но в конечном итоге все вернулось теперь когда когда некоторые люди говорят вот у меня нет денег и поэтому я спокойно сплю а, да ты спокойно спишь на деревянной постели иметь счета в банке это нормальное состояние и это в этом ничего плохого нету а очень странно когда люди пугаются и говорят это плохо когда у тебя там есть деньги достаток у всех героев Библии был большой достаток. Посмотрите, Давид, ну давайте так, Давид был пастушком бедным, которого родители забыли. Откройте, пожалуйста, Библию. Давайте первый Паралипоменон, 29 глава. Первый, это в Старом Завете, первый Паралипоменон, 29 глава. Где Давид отвешивает то, что он заработал. И стих 3. С 3 стиха и будем дальше читать. То, что а, Давид а, отметил: Еще по любви моей к дому Богу моему есть у меня сокровище, какое-то написано: собственное. собственное. Давидик такой раз. Ну, знаешь, так мнется. Я представляю, он собрал кучу имущества, и, и потом говорит: Ну, ребят, значит так, я еще хочу по любви дому Бога. Дома еще не было, он хотел только построить а, сокровище собственные. Из золота, ну и из серебра. И я его отдаю для дома, Бога моего, сверх того, что я заготовил для святого дома. И дальше идет описание: три тысячи талантов золота, золота афирского. Три хм. тысячи э, талантов. Если один талант где-то э, 30 килограмм. Ну, как бы я в справочнике посмотрел, может быть там другие цифры, то это получается, э, ну, это 90 тонн золота. У. То есть только золотом 1 миллиард долларов неплохо. Дальше. 7 тысяч э, талантов серебра чистого, а, если переводить, это больше... 150 миллионов, наверное, для обложения стен в домах, чтобы стены обкладывать, уже знаешь, столько золота и это серебро, чтобы стенки обкладывать, просто вот вот стеночки вот так выложить, угу. а, для, и стих. для каждой из золотых вещей и для каждой серебряных вещей, Вы знаете, он пожертвовал а, для всего, ну как бы для художников, чтобы они сделали, да? И вдруг он поворачивается и говорит: не сердцу ли еще кто жертвует сегодня для Господа? Такое, такое обращение у Давидика. Когда я посмотрел, я подумал: ну Давид был весьма небедный. Некоторые говорят: ну вот, он же был царем. Да, 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 да. Не забывайте, что он был пастухом. Давайте так. Давид не родился царем, Давид родился пастухом. Но отношения с Богом он почел для себя большим богатством, нежели все, что он имел. Отношения с Богом он почел для себя большим богатством. А Моисей почел для себя большим богатством по отношению Христова, нежели египетские сокровища. Что ты почитаешь для тебя больше богатством? Еще раз, когда мы говорим, я, знаете, как видел харизматов, которые, я исповедую, я богат, сам нищий, башмаки в дырках, я богат, богат. Послушайте, это исповедание вообще странное. Нужно не исповедовать, а нужно быть богатым. Я встретил одного баптиста, и у него столько там эти всякие там машины, какие-то заводы и пароходы. И я смотрел на него. Я говорю, знаешь, говорю, у нас харизматы все исповедуют, а ты не исповедуешь, а всем владеешь. А он говорит, у, меня, у вас просто очень много сил уходит на исповедание, что, что говорит, что вы богаты, а я просто делаю бизнес и зарабатываю деньги. А, дорогие мои, когда мы, с вами, когда мы с вами смотрим на жизнь, вопрос, Бог хочет твое сердце. Если твое сердце с появлением финансов изменится, растлеет, вознесется, возгордится, превознесется. Если твое сердце, твоя внутренность поменяется, то не дай Бог, чтобы тебе что-то пришло. Не дай Бог, чтобы тебе что-то пришло. Если ты станешь по-другому жить, по-другому, если ты станешь другим человеком, ты такой будешь, я вас умоляю, быть мудрым, управлять. Если Соломона взять, Соломон вообще его вообще понесло, он был очень богатым Я... Ну давайте Третий Царств, 10 глава Третье Царств, 10 глава И с, 5, с 14 стиха Третий Царств, 10-14 В золоте, которое приходило Соломону каждый год К нему уже золото начало каждый год приходить Весу было 666 талантов золотых Представьте, 666 талантов золотых Я посмотрел, подумал, ого Сверх того, что было получено от разносчиков товара, от торговли, от купцов, он налоги собирал от всех царей, а, а, сейчас плохо вижу мне, от всех царей каких-то аравийских и областных начальников, 16 стих, и сделал царь Соломон 200 больших щитов. У него столько золота было, что он стал их щитами выделывать, из золота кованого, а, по 600 сиклей, пошло на каждый щит, уже щитами стал выкладывать золото. А, и а, один щит, получается, стоит огромные деньги. 17 из них, и 300 меньших щитов из кованого золота. Еще 300 щитов он меньше сделал. По 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил царь в доме. И, и дальше, если читать, там просто а, он был богаче всех. Он был... А, ты 23 стих, там просто описание, описание, описание каких-то львов он сделал и так далее. И 23 стих. И царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. У меня прямой вопрос к каждому из вас. Когда мы говорим о благословении, о богатстве, о достатке, мы не говорим об этом как о цели, мы говорим об этом как об инструменте, который Бог дает нам. Бог дает каждому из нас. Вопрос, многие люди не могут нести это бремя, многие люди не могут двигаться в этом направлении, многие люди тормозят, они говорят, а, и они отказываются идти дальше. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас, обращаюсь к каждому из вас, дорогие мои, если вы хотите ходить перед Богом и знаете, что, ценность этого, при финансах потерять ли вы отношения. Примите решение сегодня. Никогда, никогда, никогда в жизни не оставлять упование. Никогда в жизни не оставлять Господа. Никогда в жизни не отвергать. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Если у тебя наступают трудные времена, прославишь ли ты Господа? Если у тебя наступают житные времена, хорошие времена, зажиточные, прославишь ли ты Господа? Прибежишь ли ты Господом? Или будешь говорить, я молодец, я крутой парень, я все сделал. Или ты придешь и скажешь, вся слава Богу, вся честь Богу. Кого ты прославишь? Когда наступают хорошие времена, когда наступают плохие времена, есть ли у вас отношения с Богом? Это, наверное, самое важное, что мы можем сказать сегодня. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь. Да явит славу, да откроет окна небесные, да зальет от Духа Своего на вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Я благословляю вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если ваши сердца прилепляются к финансам, если ваши сердца прилеплены, то, конечно же, вы не будете щедры и вы не будете жертвовать. И это один из, наверное, самых показательных признаков прилепленности сердца. Если сердце прилеплено, если сердце прилеплено к финансам, если сердце прилеплено к достатку, то тогда человек никогда не сможет а, уделять ни бедным, ни нуждающимся, ни на служение, ни расп на распространение Евангелия. Но наши партнеры телеканала СНЛ, они нас поддерживают регулярно. Я благодарю вас за ваше участие, за вашу поддержку. Благодарю вас за то, что вы открываете свое сердце и свой кошелек, чтобы чтобы мы могли продолжать эфир. Последние минуты я хочу сказать благодарю вас, щедрые мои драгоценные друзья. Если вы никогда не были нашим партнером, поддержите нас. Спасибо вам за поддержку. Пройдите на сайт cnl.tv. Прямо сейчас вы можете сделать пожертвование. У каждого из нас есть виза, вот эти карточки. И вы можете через сайт cnl.tv сделать ваше приношение. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господа. И помните, нас ничто не должно отлучить от любви Божьей. Ни богатство, ни бедность, ни радость, ни горе. Ничего не отлучит меня от любви Божьей. Даже если у меня будет миллиард, я буду с Господом и буду славить Его каждый день. Даже если у меня будет ноль, я буду славить Господа каждый день. Пусть Бог благословит вас. Ни бедность и ни богатство не отлучит вас от любви Божьей. Держитесь за Господа. Встретимся с вами через воскресенье, встретимся в прямом эфире. Благословений. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.